Накануне 8 марта в одном из мозырских дворов произошла поножовщина. 35-летний мужчина воткнул в шею своего знакомого его же нож. Оба участника конфликта были в состоянии алкогольного опьянения. До инцидента потерпевший нарезал этим ножом закуску. После столовый прибор превратился в оружие. Подозреваемый задержан. Он уже ранее судим за угрозу убийством. Теперь ему инкриминируют покушение на убийство. Мозырским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 14, части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Покушение на убийство» в отношении жителя города Мозыря 1981 года рождения, который 7 марта 2017 года в 20 часу, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь возле подъезда дома номер 3 по улице Коммунальной в городе Мозырь, умышленно в ходе внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений конфликта с целью лишения жизни ранее знакомого жителя города Мозыря нанес ему один удар ножом в область расположения жизненно важных органов – шею. После содеянного, протрезвев, подозреваемый пожалел о содеянном. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».